Суд оставил Алиназирова под стражей. В Пугачеве состоялись предварительные слушания по уголовному делу, где в качестве подозреваемого выступает несовершеннолетний житель города. Его обвиняют в убийстве жителя Пугачева Руслана Маржанова. Напомню, летом прошлого года у одного из городских кафе произошла драка, в которой участвовали несколько человек. По версии следствия, Алиназиров нанес Маржанову больше 10 ударов медицинским скальпелем. Молодой человек скончался. Теперь начинаются слушания по уголовному делу. Срок содержания под стражей продлен Алиназирову до 22 марта следующего года. Между тем, родные подростка считают, что он просто стал жертвой обстоятельств. Я лично не считаю его виновным, потому что он виновен в том, что он согласился не своим ровесником подраться с 20-летним. Маржанов прекрасно знал, что ребенку 16 лет, и в том числе он с ним подрался. Напомню, этот случай вызвал громкий общественный резонанс. После убийства Маржанова жители Пугачева в течение недели собирались на митинги, перекрывали федеральную трассу и даже пытались поджечь киоск. Дело потребовало вмешательства властей всех уровней. Лишь после того, как людям пообещали, что суд вынесет справедливый приговор, ситуация нормализовалась.